были еще шаги между бегемотом всегда и космосом. Я, да, через научную фантастику я вот в какой-то момент стал пытаться разглядеть в научной фантастике, что пишут и показывают нам вот в этом воображаемом будущем фантастическом про искусство. Угу. То есть, видимо, моя мечта была в том, чтобы кто-то рассказал мне, что делать. Вот как, не знаю, то есть, чтобы какой-нибудь фантаст придумал за меня, что же делать дальше. Вот. Но к моему разочарованию оказалось, что в фантастике про искусство практически ничего не сказано. Вот, и дальше я стал пробовать восполнить эту лакуну, то есть понял, что никто мне не подскажет, куда двигаться и как развиваться, и что придется самому. Вот, и, собственно, так, шаг за шагом, я оказался в космосе. И ты даже поступил в МГУ на основы... Во время... эпидемии я не поступил. Это онлайн-курс. Uh-huh. Да. Онлайн-курс МГУ по астрономии. Uh-huh. Очень, очень увлекательный. Нельзя сказать, что я как там каких-то особенно глубоких знаний я, наверное, все-таки не получил. А вот по крайней мере, в терминах я хорошо разбираюсь теперь. Но я читала, кстати, на сайте галереи, что у тебя есть научный соавтор, с кем-то консультируешься. Да, есть Сергей Попов, он профессор МГУ. Вот, и да, мы с ним общаемся, я советуюсь с ним, но также и... Я последовательно стараюсь работать с разными космическими объектами, и я стараюсь находить ученых, которые специализируются на конкретных космических объектах, потому что это все-таки довольно разные темы. Ну, давайте, мы так просто разговариваем, мы-то все представляем, как это выглядит. Давайте немножко расскажем о том, как это выглядит слушателям. То есть первая выставка — это в основном холсты, масло, это которое планетарные туманности, верно? Да, так, то есть вообще это получается, что эскизы скульптур. То есть сами планетарные туманности, то есть надо, наверное, пояснить, что я придумываю... работы, которые можно было бы осуществлять в космосе по-настоящему, с настоящими космическими объектами. А то, что можно увидеть на выставке, это эскизы таких объектов, потому что пока довольно сложно технически осуществлять это все по-настоящему в космосе. Вот. И оказалось, что самая оптимальная техника для воплощения таких эскизов — холст масла, потому что делать такую планетарную туманность очень долго. Там совершенно... 20 тысяч лет — это срок ее формирования. Вот, и чтобы эскиз просуществовал, чтобы мысль донести на такое расстояние, нужна какая-то техника, способная зафиксировать и транслировать во времени изображение. И пока лучше холста и масла ничего у нас нету. То есть вот цифровой какой-то формат, к сожалению, совершенно не подходит, потому что это все очень быстро меняется, а холст масла, вот есть гарантия, что 500 лет, по крайней мере, протянет. 20 тысяч лет. То есть ты рассчитываешь, что через 20 тысяч лет твои эскизы кто-то найдет и реализует эти проекты? Я вообще рассчитываю на то, что их не надо будет слишком долго искать. Но да. Ну, а к ним будет прилагаться какая-то инструкция от тебя? Да, мы даже смету посчитали. О, да что? Да. Сколько будет стоить создание одной планетарной такой туманности? Знаешь, там получилась цифра, там 14 знаков. Мне кажется, это квадриллионы. Это космический бюджет или еще нет? Лена, расстанусь. Сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся. Вы классно выглядите. Между прочим, очень правильный имидж для музейного работника.
Доброе утро, дорогие слушатели. Мы пытаемся вместе с вами проснуться здесь, в студии «Серебряного дождя». У нас в гостях Растан Тавасиев, художник, Анастасия Волкова, руководитель системы Gallery. И не в гостях, а практически у себя дома Мария Армас. Мария, тоже доброе утро. Доброе утро. Даже не поздоровались еще сегодня. Вот. Так какой-то у нас был очень сумбурное начало утра. Вот. Но все хорошо. Тут у нас просто, да, сервер полетел, и мы как-то пытались это привести в норму. Вроде бы привели. Напишите нам, да, кстати, пожалуйста, идет ли трансляция на YouTube. Да, и напишите нам, пожалуйста, в WhatsApp, если вы нас слушаете, если у вас есть вопросы к Растану, к Анастасии, к космическим бюджетам. Может быть, вы хотите, чтобы мы озвучили цифру создания планетарных туманностей или их процесс. Ну вот я думаю, сейчас об этом тоже подробно поговорим. И пока у нас была небольшая пауза... Стоп, надо сказать, +7 903 797 6333. Вы нам туда напишите в WhatsApp и там озвучивайте все свои вопросы, все свои мнения. И вот пока была у нас небольшая пауза, мне подарили большой подарок. Это каталог произведений искусства в космическом пространстве, в скобочках «Планетарные туманности». Очень красивая верстка, прям такая, знаете, настоящей какой-то серьезной книги. Даже не книги, а, вы знаете, какого-то научного труда, такого очень минималистично так стилизованного. В общем, открываю я книгу, тут есть и статьи, и репродукции работ «Планетарных туманностей» от Растана. И хочется эту, конечно, книгу изучать или стать. А ее где-то можно приобрести? Да, книга продается у нас в галерее, во-первых. Во-вторых, она продается в некоторых других музеях, в Московском музее современного искусства, в музее «Гараж», поэтому вполне можно ее найти. Вот, ну, рекомендую полистать, рекомендую вообще сходить на выставки Растана, потому что, конечно, то, что он рассказывает сейчас, это очень интересно, космическое искусство. Я вообще не знаю, этим кто-то занимался до тебя, я ничего подобного не слышала. Думаю, да, в той или иной степени. Ну, если ты попробуешь вспомнить старинные звездные атласы, гравюры такие, да. Там вокруг созвездий образы греческих всяких богов, героев, зверюшек разных. То есть так или иначе человек стремился наполнять небосвод какими-то понятными и близкими образами. Это, в общем, все время так было. Вот. Франциско Инфанте работал с расположением звезд на небе. И есть коллеги, которые стараются запустить что-нибудь в космос. То есть, так или иначе, художники туда все равно стараются проникнуть. Вот. Но мой подход просто немножко другой, что ли. То есть... Ну да, он кардинально отличается от всего от этого. Да, я просто стал думать, какой смысл запускать что-нибудь маленькое за очень дорого, если можно работать с тем, что там уже есть. Там, в общем, есть там буквально все. Uh-huh. Вот. Ну, а ты представлял себе как-нибудь, ну вот завтра, я не знаю, Илон Маск звонит в систему и говорит: «Растан, полетели». Ты представлял себе себя в скафандре, работающим на месте с планетарной туманностью или как? Напильником, да. Напильником, именно напильником. Вот, да, один из самых распространенных вопросов: звонил ли я Илону Маску? То есть, или писал ли я Илону Маску, или что надо немедленно написать ему. Но дело в том, что я бы даже и написал бы, но мне нечего у него попросить. То есть у него пока нету технологий, которые бы могли мне помочь. Вот, поэтому пока я все придумываю, а технологии потом подтянутся. Замечательно. Но мне кажется, это не ты ему должен звонить. Это он сам должен позвонить. Он должен узнать о твоих работах и связаться с галереей. Мы как раз, да, к этому стремимся. Да. Как раз, собственно говоря, вы же участвуете в международных выставках. Вы только что приехали из Стамбула. Да, все верно. Вообще, одним из наших также важных критериев в работе нашей галереи является наша международная экспансия. И начали мы с того, что, конечно, к нам ближе и доступнее. Это турецкая ярмарка Contemporary Istanbul, как раз, которая была в одно время с Космоско, московской, российской ярмаркой.
Дальше мы планируем вот как раз Растана отправлять на ярмарку в Гонконге, которая будет в марте. И, соответственно, сейчас также рассматриваем Мексику, рассматриваем Аргентину и вот другие страны, да. И как прошло все в Стамбуле? Ну, смотрите, честно говоря, был большой контраст между тем, что было в Стамбуле, и тем, что было в Москве. И на самом деле так получилось, что я прилетела из Стамбула и сразу в день открытия Космоскоу. То есть я буквально с самолета поехала на московскую ярмарку. Поэтому этот контраст мне казался особенно сильным. И даже гордость была за то вообще, как у нас хорошо развивается все в России на рынке искусства, потому что, конечно, все-таки им еще есть куда подтягиваться и в плане уровня искусства, которое там показано, и в плане организации, и в плане публики, потому что в Москве все-таки было много именно целевой публики, которая была направлена на покупку произведения искусства, когда в Стамбуле все-таки это была больше такая публика гуляющая, тусовочная, вот в таком формате. Да, я с вами согласна. Я была на Космоскоу тоже на открытии, и я давно, конечно, не видела очереди из такого количества людей, по которым видно, что они пришли покупать, они хотят успеть что-то приобрести, потому что, как известно, на Космоскоу, на Блазаре все в первые же часы работы обычно бронируется, раскупается. А разница при выстраивании вашего как-то корнера в Стамбуле и в Москве. Вы по-разному подходили к выбору произведений художников? Какие-то разные цели закладывали в этот момент? Ну, смотрите, каждая ярмарка, на самом деле, даже в России разные ярмарки, это свой какой-то микрокосм. И стоит подходить по-разному к составлению стенда и выбору художников. И понятное дело, когда мы говорим о международных ярмарках, стоит учитывать какой-то местный менталитет, местный колорит. Поэтому мы заранее отобрали тех художников, причем отбирали художников мы совместно с директором ярмарки. Она, да, достаточно участвует сама сильно в отборе художников, в том, как делается сценография стендов. Поэтому у нас на самом деле не было здесь больших сомнений, кого мы повезем. Художники делали работы специально к этой ярмарке, то есть все работы, которые мы там представляли, они были закончены вот буквально до отправления их в Стамбул. И, конечно, ну, мне кажется, что выбор был удачный, мы слышали много очень хороших отзывов, и я даже могу сказать честно, без лишней скромности, мне показалось, что наш стенд очень выделялся именно качеством искусства и художников по сравнению с многими другими стендами на турецкой ярмарке. Ну, кого конкретно вы показывали и удалось ли что-то продать? Потому что, ну, целью ярмарки это все-таки продажи. Продажи были, да. Показывали мы художника Слава Нестерова. На самом деле у нас 5 художников было, мы привезли. То есть у нас и все художники достаточно разные. Мы постарались максимально охватить какую-то палитру из того, что мы представляем в нашей галерее. Художники все были молодые. Вот. Хотелось бы отметить Славу Нестерова. Он сделал специальные деревянные такие скульптуры, можно сказать, вырезанные из дерева, которые смотрелись очень аутентично, причем он вдохновлялся там какими-то мотивами из истории России, там какие-то племена, то есть у него целая история стоит за его работами. Также мы повезли Сюгира, художника. У нас была его выставка в галерее до этого с лошадками, с тюльпанами, такая яркая, живая, и вот как раз тоже он вдохновляется калмыкскими мотивами, степями. Мы повезли Сашу Пучкову,
с ее гравюрами сухой иглой, так, которые очень необычно смотрелись достаточно на этой ярмарке, но все же. И была художница Алина Кугуш, которая у нас также была представлена на Космоскоу. И, конечно, могу отметить, что очень художница пользуется спросом, очень популярная на Космоскоу. Буквально в первый день у нас разобрали стенд с ее работами, и сейчас она делает новые серии, новые работы, и уже у нас выстраиваются, скажем так, очереди из покупателей на ее будущие еще не сделанные работы. Да, насчет Сюгиры, да, очень привлекает его живопись тем, что она такая примитивистская, интересная, немного наивная, детская. И я когда делала даже анонс в телеграм-канале программы «Отойдите от картины», кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Там как раз я использовала одну из репродукций Сюгиры с лошадками, потому что, ну, очень уж она привлекает внимание сразу же. Ну, где продажи были лучше, в Стамбуле или в Москве? В Москве, да. В Москве, но, наверное, я думаю, что мы все-таки будем дальше участвовать в ярмарках, и в том числе в Стамбуле. Вот. Но, конечно, в Москве чувствуется какой-то бум на рынке искусства, и не только по ярмарке Космоскоу, по ярмарке Базар, которая прошла до этого. Да, на самом деле, даже в прошлом году Космоскоу мне показался вообще очень слабым. А в этом году у меня было ощущение, что за год так подкопили коллеги сил и просто выступили. И новое пространство в экспоцентре пошло на пользу, и само содержание стендов, и количество работ, и каких-то свежих имен, свежих тем. И вот в этом году как будто бы все стало еще ярче, еще сильнее. Может быть, это, конечно, связано с тем, что сейчас мы как бы внутри развиваемся, что нет возможности участвовать в других международных каких-то больших проектах, ну вот помимо Стамбула, Гонконга, ну то есть там в той же Вене, например, или, не знаю, еще где-то. Растан участвовал в Стамбульской выставке? Нет. Нет, Растан нас не участвовал в Стамбульской ярмарке. Растану, как я говорила, мы отправляем в Гонконг. Потому что как раз-таки показалось, что его творчество будет ближе к тематике, общей атмосфере той ярмарки в Гонконге. На самом деле это крупная ярмарка. Art Central — это такой сателлит арт-пазеля в Гонконге, которая проходит буквально в шаговой доступности от этой ярмарки. Поэтому как раз у меня большие ожидания именно на эту ярмарку. Ну, вообще, как будто бы логично. Гонконг — город будущего, и Растан делает искусство из будущего. Он сейчас придумывает искусство, которое будет реализовано потом в космосе. Вообще, конечно, какая-то захватывающая идея, на самом деле. Очень захватывающая. Я вот ей захватился и стараюсь ее внимательно как-то рассмотреть и с разных сторон. Очень увлекательно, правда. Ну да, да, действительно очень-очень вдохновляет, и это какое-то, знаешь, такое даже художественное бессмертие. Ну, то есть, если эти проекты будут через 20 тысяч лет реализованы, это же так здорово. К сожалению, у нас нет шансов это проверить, вот, но такой горизонт планирования, он, конечно, как-то успокаивает и даже отрезвляет как-то, не знаю. Ну, туманности 20 тысяч лет, да, но разобравшись примерно, что можно было бы делать с туманностями, я все-таки подумал о том, что надо быть как-то реалистичнее, вот, и обратился к малым телам Солнечной системы, которые сейчас уже доступны, то есть следующий этап, то есть следующий мой шаг в космос — это астероиды и кометы, то есть это малые тела нашей Солнечной системы, которые, даже не то, что сейчас, ну, первый раз японцы летали 20 лет назад на астероид, опускали туда опускали туда аппарат, вот, то есть
я стараюсь работать не только с чем-то совершенно недостижимым, но и с тем, с чем-то, что сейчас уже можно потрогать, и то есть, чем можно работать сейчас. Ну, а как можно поработать с кометой сейчас? Ну, то есть ты можешь долететь до нее и как-то ее доработать, или ждать, пока какая-нибудь очередная комета свалится на Землю, и ты из ее осколков соберешься? Нет, нет. Их можно выстраивать в цепочечки, то есть они летают по одной, что, конечно, очень эффектно и зрелищно, но если кометные ядра выстраивать последовательной цепочкой, то будет гораздо эффектнее. То есть твоя идея в том, чтобы ты прилетаешь в космос и выстраиваешь орбиту, да, цепочку. Подбираю кометные ядра таким образом, выстраиваю их в цепочку, чтобы они одно за другим двигались по орбите ближе к Солнцу, выпускали свои живописные хвосты, вот, и радовали зрителя своим великолепием. Только выстраиваешь, никак не дорабатываешь, то есть ты не приделываешь им уши, нет, нет, глаза? Нет, уши нет, не приделываю. Угу. Думаешь, надо? Возможно. Но обычно у тебя же все объекты, они такие очень очаровательные. У них есть какие-то черты человечные. Вот с астероидами, да. Я на них думаю размещать глазки. Да, это на самом деле одна из целей проекта — освоение космоса через эмпатию. Добавление к уже существующим космическим объектам чего-то, чтобы вызывало в нас трогательные чувства и приближало бы эмоционально, что ли, эти объекты к нам, к нашему восприятию. То есть на самом деле это то же самое, что делали наши предки, рисуя вокруг созвездий образы греческих богов и героев. Вот. Да, на самом деле, я думаю, в системе можно уже на твоих выставках испытать эту эмпатию, связанную с космическими объектами, потому что там наверняка есть скульптуры и вещи, вызывающие эмпатию. А вот еще такой вопрос. Система — это галерея. Да. Показывайте выставку Растана. А все вещи, которые Растан сделал, их можно приобрести на этой выставке? Смотрите, практически все, то есть у нас также представлено вот как раз на первом этаже, где мы показываем, как Растан пришел к этой теме космоса, там представлены вещи из частных коллекций наших российских коллекционеров. А помимо этого, конечно, все вещи у нас находятся в продаже. Так, а у нас, Мария, у нас будет сейчас какая-то пауза? Да, вернемся да? через 4 сейчас минуты. Тогда уйдем на небольшую паузу и продолжим тему. Вы классно выглядите. Между прочим, очень правильный имидж для музейного работника. Классная какая заставка. Мари, спасибо. Доброе утро, дорогие слушатели. В эфире все еще «Отойдите от картины» программа. И каждую неделю льстим себе словами Ренаты Литвиновой, что мы хорошо выглядим для музейных сотрудников. Кстати, это правда. Теперь уже наверняка можно посмотреть на YouTube. Трансляция идет. Вот, да. Подключайтесь к нам, к YouTube-трансляции. Да, можете посмотреть, какие мы тут все совсем не сонные, красивые с утра сидим. Плюс 7-903-797-6333. Если вы нас слушаете внимательно, и вдруг у вас остаются вопросы, например, к Растану, к его планетарным туманностям, к его инсталляциям из астероидов, или к Анастасии по поводу продвижения молодых художников, то, пожалуйста, пишите. Мы с радостью будем отвечать на ваши вопросы и обсуждать ваши предложения, возможно. Возможно, что-то вы нам предложите интересное, мы это тоже рассмотрим и обсудим. Мы за кадром во время YouTube-трансляции с Анастасией обсуждали, для чего вообще галерее участвовать в международных ярмарках, как галерея системы находит молодых своих авторов, потому что я вообще всю неделю анонсировала этот эфир словами, что придет Анастасия, и мы поговорим про молодых художников, совсем-совсем юных и неизвестных. Но так получилось, что удалось пригласить в студию еще и суперзвезду Растана. Вот, поэтому про всех говорим. И про звезд, и про незвезд. Растан очень интересно так всегда размышляет над словами. Над моим так внимательно слушаешь. Ну да, я сейчас думаю, что же лучше быть
пожилой звездой или юным художником? Это юная звезда, Растан. Ты не пожилая. А вот, кстати, нам в YouTube-трансляции задали вопрос. В каком возрасте раскрывается талант, имея в виду, видимо, художника? Ну, Анастасия, по вашему опыту, в каком возрасте можно понять, что художник талантлив? Ну, смотрите, мне кажется, здесь нет какого-то одного рецепта в данном случае. Иногда бывает, что художники всю жизнь, полжизни занимались чем-то другим, и потом какие-то события спровоцировали их на то, чтобы они там начали проявлять себя как-то в творческой среде. И из них тоже могут получиться какие-то талантливые художники, известные. А иногда бывает, что там с самого детства художник идет по этой стезе, у него есть какой-то бэкграунд в виде там родителей, дедушек, бабушек, которые занимались искусством, и с самого детства он впитывает в себя этот творческий процесс и, соответственно, занимается. Но в любом случае видно, по крайней мере, из моего опыта исходя, когда уже художник идет получать высшее образование. То есть тогда, когда какие-то уже паттерны в него закладываются о том, как стоит работать, с чем стоит работать, что художник хочет показать и в чем заключается его индивидуальность, тогда можно начинать уже судить о том, что дальше из него может получиться. То есть вы за высшее художественное образование? Я, да, я за высшее художественное образование. Это образование может совершенно в разных формах проявляться, но я считаю, что все-таки какое-то образование, оно должно быть, потому что закладывается та база, те основы, которые, без которых потом художнику может быть достаточно сложно в его работе. Растан, а ты за высшее художественное образование? А, да, безусловно. Ты же не сразу стал художником. Ты как-то в какой-то момент проснулся и решил, что будешь художником? Я сначала хотел сказать про образование художественное. Ага. Действительно, тут, может быть, даже не обязательно, чтобы оно было художественным, но вот... В общем, даже вот с туманностями, с этими, я, по сути дела, делаю то же самое, что меня учили в Строгановке. То есть последовательность действий точно такая же. То есть алгоритм осуществления своей визуализации, осуществления своей мечты. Вот это не важно, что это за мечта. Это может быть, не знаю, какой-нибудь полочка дома или... не знаю, объект в городе или любая скульптура, а может быть скульптура размером с Солнечную систему. Тут не важен масштаб, важно понимание последовательности действий. Такое понимание формируется как раз, мне кажется, во время получения высшего образования. Да, я с тобой согласна. Вот. Другой момент, что, конечно, система именно художественного образования в стране, мне кажется, требует реформации, потому что... Да, я так, видимо, набрал воздух. Да-да-да. Что даже перебил тебя просто дыхание. Тут реформации, наверное, да, но мне кажется, что очень важно не путать образование и творческую самореализацию. Я наблюдал за этим тоже в стенах родного вуза, когда, ну, наверное, как не стоит путать там фитнес-клуб с олимпийским стадионом. То есть одно место, где ты набираешься сил и навыков и здоровья, а другое место, где ты показываешь, что ты можешь. Вот. И мне кажется, что проблемы возникают, когда ты пытаешься творчески самореализоваться в образовательном процессе. То есть, когда ты пытаешься переломить педагогов, как-то вот и вступаешь с ними в священную битву. И вот это приводит к травматизму, конечно, и
Мне кажется, что это просто от как бы, непонимания, что ли, цель и задач. Вот мне кажется, что все-таки главная проблема российского высшего образования, художественного образования, заключается в том, что, да, с одной стороны, будущие художники получают хорошую техническую базу и понимают, как работать с различными инструментами для реализации своих идей, но их не учат генерировать эти идеи абсолютно. То есть нет какой-то творческой базы, которая художникам также необходима. Мне кажется, в этом главное отличие отечественной системы образования с западной системой образования, потому что все-таки мне довелось тоже много общаться и работать в процессе своего обучения и после с западными художниками, выпускниками и учениками известных вузов, и там как раз упор сделан не на технику, а упор сделан на то, как найти себя, как найти то, с чем ты хочешь работать, и как концептуально выстраивать свои идеи. Но и также все-таки в России, мне кажется, мало дается художникам представления о том, как дальше строить свою карьеру, о том, как коммуницировать с галереями, как какие-то юридические аспекты подписания контракта, о том, как продвигать себя самостоятельно, о том, как вести соцсети, и все это, что также немаловажно для художника и для его будущей карьеры, и что, в принципе, очень хорошо освещается на Западе. Вообще в сфере культуры все думают, что мы такие будем сидеть в своих музеях, галереях, вздыхать над искусством, и совершенно нет никакого обычно представления о том, что есть контракты, есть договоры, и вообще вот эта коммуникация с людьми, которые этим занимаются, она обычно очень тяжела для тех людей, кто занимается творчеством. Но, возможно, просто должны быть какие-то специально обученные арт-менеджеры, которые просто будут брать художника и вот это вот все, что вы назвали, и соцсети, и продвижение, этим заниматься. Ну, сейчас на самом деле так и происходит, когда галерея берет под свое крыло молодого художника, галерея уже самостоятельно занимается и всеми вопросами его продвижения, и там всеми юридическими аспектами, и разговаривает с художником, объясняет художникам, почему там мы работаем тем или иным образом, почему контракт составляется таким образом, какие наши ожидания от художника, что художник может получить от галереи. И все-таки, понятное дело, работа ведется в этом направлении, но хотелось бы, чтобы художники изначально приходили с какой-то хотя бы минимальной осведомленностью о том, как может быть эта работа между галереей и художником. Нам тут, кстати, продолжают писать и в трансляцию написали, спрашивают, что Дмитрий спрашивает: «Доброе утро, вот я художник, а куда мне деться и податься, если везде и вокруг один поп-арт и без кости?» Ну, я думаю, что можно написать, наверное, у вас есть, наверное, электронный адрес у галереи? У нас, да, у галереи есть электронный адрес, который есть на сайте, и туда можно отправить заявку, наш куратор просмотрит эту заявку. Да, так что, Дмитрий, отправляйте в систему фотографии своих работ, пишите письма, и вам обязательно ответят. Пишет Анна еще, говорит: «Здравствуйте, дочь занимается в художественной школе, хочет связать с этим свою жизнь. Как бы вы посоветовали развиваться, чтобы достичь успеха? Как заниматься, куда поступать?» Ну вот, я не знаю, Растан, наверное. А тут зависит от того, что понимать под успехом. Ну да, это как, да. Ну да, то есть, чтобы куда-то попасть, надо понять, куда ты хочешь попасть. Вот. И выбрать направление и двигаться. Ну а куда поступать? Вот тут как заниматься лучше? Куда поступать? Ну, диагностика, это даже не диагностика по аватарке, а как бы это невозможно сказать, но мне кажется, что это все происходит в принципе довольно естественным образом. То есть человек начинает делать то, что ему нравится, ищет какие-то точки соприкосновения с внешним миром, то есть видит, кто еще делает то, что ему нравится, и двигается в этом направлении. Это, кстати говоря, и Дмитрия тоже, наверное, могло бы как-то воодушевить, потому что
ну, для художника на самом деле достаточно просто делать то, что он делает, и тут как бы совершенно не обязательно, чтобы был кто-то, кто бы говорил ему, что продолжает делать. Ну, то есть он сам живет и понимает, что хотел бы делать. И... Ну, вот смотри, ты закончил Строгановку. Да. Ты бы сейчас, обладая этим опытом, посоветовал туда вот дочке Анны поступать или нет? Ну, это замечательное образование, и у меня есть... друзья, которые в самых разных областях себя прекрасно применяют, проявляют, применяя эти навыки. И, наверное, да, но просто я так не могу сказать. Может быть, ей нравится совсем другое что-то рисовать, и у нее это хорошо получается. Может быть, ей там в текстильную академию пойти, например, или еще куда-нибудь. Вот. Ну да, кстати, Анастасия так заговорила, что... Ну вот бывают разные художники, и я забыла сказать, что Рустан, да, тоже из непростой семьи. У тебя дедушка известный художник, папа художник. Да. Мама, мне кажется, тоже художница, нет? И бабушка, да, и бабушка, сестра немного, да. Сестра работает в Абрамцеве. Она сейчас работает в музее Муранова. В музее Марина, Мурана. Марина, привет. Да, Марина, привет. Мы тоже чуть-чуть знакомы. То есть у тебя вся семья, то есть ты уже в третьем поколении художник. Да. С ума сойти. Вот, то есть бывает и, конечно, и такое, да. Но как бы вы все очень разные. А, да, мы все очень разные, и это замечательно. То есть нам не приходится даже соревноваться друг с другом. То есть мы настолько разные, что нас крайне трудно сравнить. Угу. Вот. Да, и это, конечно, тоже хорошо. Мы начали говорить тоже еще о молодых художниках с Анастасией. Но, кстати, многие, я так понимаю, тоже из Строгановки к вам попадают. Да, на самом деле, но мы не ведем учет каких-то вузов, да, кто откуда. Соответственно, мы смотрим на наличие какого-то образования и, соответственно, уже на потенциал данного художника, на то, какие-то есть объективные, скажем так, вещи, которые можно увидеть. Это его умение работать с техникой или с материалом, который он себе выбирает, первичность той идеи, с которой он работает. И есть какие-то там субъективные вещи, уже насколько откликается именно нашей галерее, именно нашему позиционированию работы данного художника. Анастасия, ну вот к вам пришел молодой художник. На какой вообще уровень поддержки он может рассчитывать? Помимо того, что вы можете взять его работу на выставку, какие еще пути взаимодействия возможны? Ну, смотрите, все зависит от того, насколько мы, скажем так, заинтересованы именно в данном конкретном художнике, потому что возможностей у нас очень много. Во-первых, это, конечно же, мастерские. У нас сейчас ремонтируется несколько зданий с мастерскими, которые находятся по разным точкам в городе Москве, и, соответственно, в дальнейшем мы планируем также строить мастерские со студиями, с проживаниями, где художники могут уже на какой-то длительной основе, то есть не под проект 3-4 месяца, а там год, два, три, то время, которое они с нами работают, жить и делать свои работы. Во-вторых, это, как мы говорили ранее, участие в ярмарках, участие в международных ярмарках, а в будущем, надеюсь, и в проектах международного формата. В-третьих, это музейные проекты, которые также у нас планируются уже начиная со следующего года. И, конечно же, вся пиар-поддержка, все, что касается каких-то там в СМИ, в соцсетях и так далее, выстраивание коммуникаций. Про музейные проекты поговорим тогда после паузы. Сейчас на небольшую паузу идем. Отойдите от картины.
Доброе утро еще раз. Да, мы тут в паузе начали обсуждать Ван Гога, потому что наша слушательница написала нам, что у Ван Гога не было образования. Но так что послушайте нас на YouTube-трансляции, Растан там все разложил по полочкам. И мы, кстати, знаете, что Растан так вот про Ван Гога сказал? У него, наверное, характер был сложный, да. И вот вы знаете, о чем я подумала сейчас? Анастасия, вот вы как галерист, сложно ли отделаться от того, что вы должны ориентироваться как профессионал только на качество работы и от соблазна работать только с теми, кто тебе приятен, кто хороший по характеру и вообще такой человек приятный вот лично для вас. Как вот этот баланс соблюсти профессионализма искусствоведческого и человеческого желания работать только с тем, кто тебе нравится? Ну, вы знаете, на самом деле можно по-разному выстраивать коммуникации с художниками. Конечно, художники, с которыми приятно работать лично, как, например, с Растаном, можно там выстраивать какие-то более понятные дружеские отношения с художниками, которые, скажем так, более идет работа на профессиональном уровне, просто и отношения остаются на вот том чисто договорном профессиональном уровне, с которым мы идем дальше в нашей совместной работе. Но я скажу, у меня лично нет никаких предрассудков по поводу того, нравится мне художник, не нравится. Я всегда смотрю на работу данного художника и на его дальнейшие перспективы, если мы говорим о молодом художнике. Поэтому личностных оценок здесь нет. Вы за профессионализм. Растян, а ты вот, если тебе человек не нравится, ты работы свои продашь ему в коллекцию? Человек не нравится, ну то есть... Ну тебе неприятен, не симпатичен. Вот ты с ним общаешься, он тебе неприятен. Ну вообще я стараюсь переложить эту заботу о продаже своих работ на галерею. Ну ты не отслеживаешь судьбу работ, ты не знаешь, у кого они в коллекции. Есть просто разные коллекционеры, есть открытые, что ли, для общения, и есть коллекционеры, которым нравится дружить с художниками, а есть наоборот какие-нибудь полуанонимные из какого-то своей, не знаю, пещеры с сокровищами, наблюдающие за процессом и что-то приобретающие без прямого эмоционального контакта. Люди разные очень, и тут мне интересно общаться с людьми. Тут я вот даже немножко затруднился ответить на твой вопрос, нравится мне или не нравится какой-то. Ну, бывало ли такое, что ты такой нет? Что прям как-то так отворачиваясь... Ну, или ты знаешь, что будут экспонировать недолжным образом, ну, там, например... Это очень разное. То есть недолжным образом, конечно, я никогда на такое не иду, потому что это, ну, как бы... А если... Ну, идеально, конечно, действительно, что... не думать о продаже своих работ и чтобы галерея этим занималась, потому что, ну, как... Для каждого вида деятельности есть профессионалы, которые лучше, чем непрофессионалы с этим справляются. Вот, поэтому мне лучше занимать свою голову освоением космоса, а не освоением бюджета коллекционеров. Да, это правильно. Анастасия, у нас остается вообще очень мало времени, и там всего несколько минут. Какие музейные проекты у вас планируются в этом году? В этом году, на самом деле, у нас уже не планируется музейных проектов. А, в следующем? Да, в этом году у нас планируются только галерейные еще проекты. В следующем году, но на самом деле пока все находится в процессе выстраивания этих проектов, поэтому не хотелось бы заранее анонсировать, но я могу сказать, что эти проекты будут связаны как раз с творчеством Растана. Поэтому Растан, да, у нас в следующем году также будет достаточно широко представлен, как и на ярмарке в Гонконге, так и в музейном формате вы сможете увидеть его работы. А пока приходите в галерею «Система» и посмотрите сразу две выставки Растана Тавасиева и
Мне пишут в WhatsApp, что я не публикую работу, а публикую работы Растана в телеграм-канале «Отойдите от картины». Там тоже можете посмотреть. Я оставлю ссылку на анонсы выставок. И будет еще экскурсия со мной в какой-то когда? Момент. Когда? Ой, я сейчас боюсь что-нибудь перепутать. Следующее воскресенье. Да. Все. Напишем тоже в телеграм-канале «Отойдите от картины». Подписывайтесь. Вас узнаете первыми об экскурсии Растана. А пока мы вынуждены с вами уже попрощаться. Наш час об искусстве, о музеях подошел к концу. Анастасия, Растан, спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо слушатели, большое. Спасибо, что слушали. Мари, вообще спасибо.